Привет, меня зовут Юля, и сегодня я расскажу вам о нашем курсе, который будет посвящен раскрепощению, раскрытию своей женственности и сексуальности. Этот курс будет посвящен разборам некоторых простых техник, таких как волны, круги тазом, круги диафрагмой, волны руками, и также мы будем учиться импровизировать данным материалом. Моя программа подойдет для тех, кто уже умеет танцевать или знаком хотя бы с некоторыми движениями, но боится импровизировать, не чувствует свое тело, не чувствует свои возможности и боится импровизировать. И также подойдет для тех, кто вообще не знаком с танцами, кому кажется, что он ничего не умеет. На самом деле это не так, и я вам обязательно это докажу на этом курсе. Сейчас я расскажу подробнее о том, что тебя ждет на этом курсе. Начнем мы, конечно, с теории, с того, что важно для того, чтобы научиться импровизировать и раскрепощаться, расслабляться в танце. Дальше мы изучим некоторые элементы танцевальные, такие как волны, круги, тазом и диафрагмой, и также попробуем почувствовать каждую часть нашего тела. Также я дам вам расслабляющую медитацию, которая подойдет для настроения именно танцевального. И в конце мы с вами разучим небольшую хореографию, которая будет складываться из тех движений, которые мы изучим на курсе, и после которой вы сможете продолжить импровизировать. А сейчас расскажу немного о себе. Меня зовут Волошина Юлия, я в танцах уже более 15 лет. Я регулярно прокачиваю свои танцевальные навыки. Также я изучаю психологию и регулярно сама медитирую и настраиваю себя на танцевальное настроение. В моей базе есть такие направления, как хип-хоп, джаз-фанк, вакинг, вок, тверк, хай-хилс, дэнс-холл и другие. И я постоянно ищу что-то новое и развиваюсь, поэтому мне есть чем с вами поделиться. Давай не будем терять время. Переходи к первому уроку.